И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, президент Болотосов 1969, с моей новой фоновой музыкой, которую я сам писал. И это вторая часть летсплея по Microsoft Solitaire Collection. Я так и не понял, как это выговаривать, и сейчас несу полную фигню. Я, наверное, думаю, уже все это поняли, я тупо растягиваю начало. Сейчас будет мини-вставка. А перед началом видео хочу сказать три вещи. Кто смотрит без подписки, того маленькая пиписка. Кто лайк не поставил, тот. Я не придумал, что короче ставьте лайк. Кто не про комментарий не написал, тот себя обоссал. Да. А теперь продолжаем. Итак, вчера мы играли... В прошлый раз, этот раз, кстати, посмотрел 41 человек. Мы играли вот в эти вот все, вот всякие вот такие вот. Сегодня у нас 3 пика. Это моя любимая, кстати, игра в этой игре. Че я только что сказал? Если вам интересно, почему, потому что я в нее нормально играю, пока не захожу на уровни выше высокий, то есть на эксперт, все такое. Я на самом деле это уже я не первый раз пытаюсь записать это видео. Прошлая попытка шла 40 минут, и у меня ничего не получилось, потому что мне не понравилось, что получилось. Да. Поэтому сейчас вы смотрите второй дубль. Там я сделал небольшой анонс масштабного, реально качественного, в отличие от большей части моих видео, ролик про сюжет одной франшизы мемной, очень интересной, которая, кстати, очень даже на самом деле, как это называется? Короче, эта франшиза, она очень сложная, у нее сюжет, и она в целом такая, ну, вот, да. Она, кстати, в тему последнего Майнкона, того, что на нем анонсировали, возможно, кто-то поймет, о какой франшизе мемной я говорю. Возможно, нет, возможно, никто не поймет. Мне не важно, мне важно, что вам это рассказать. И что это будет, в отличие от всех моих роликов, действительно качественный контент. Я запарюсь с ним. Итак, тем временем, пока я рассказывал вам о своих планах, я уже почти прошел первое поле. Ядрить, я сейчас на волоске был. Итак. На чем мы остановились? На качественном контенте, всем таком. Вот, я там сделал небольшой анонсик об этом, в той версии ролика рассказал о том, что в принципе, на самом-то деле, я не считаю свой контент действительно качественным. И мне кажется, это и так очевидно, потому как я общаюсь. Кстати, вопрос, почему вообще ролик про косынку людям больше зашел, чем другие? Потому что он вроде не такой угарный, как тот же... Играем с подписчиком. Отмена, подождите. Он не такой угарный, как играем с подписчиком в дурака по видеозвонку. Это было гораздо веселее, на мой взгляд. Ну, я не знаю, конечно, как вам, но мне прям мне веселее было. Я не знаю, зачем я это все рассказываю. Ну, короче, я не понимаю, вам нравится игра про косынку? Или, может, вам нравится, типа, как я с вами разговариваю, когда играю в косынку? Не знаю. То есть сейчас этот ролик, он, наверное, даже больше информативный. И чисто, частично тут немного есть основного сюжета. Что там тут? Я говорю, немножко, частично тут есть от основного сюжета... Про, ну, по моим планам на ролики, на канал на весь. Возможно, кто-то знает, возможно, кто-то нет. Это уже не первый мой канал. С первого я пишу себе комментарии под некоторыми видео, тот же Нуклеобот. Я забыл, что такое метиловая группа. И я как настоящий гений написал себе в комментариях, чтобы это не казалось, что я какой-то тупой. Я написал себе в комментариях: дурачок. Это метильная группа называется. Я говорю, а, да, я уже вспомнил. Ничего страшного, Дима. Да, Дима, это мой второй канал. Блин, зачем я это рассказываю? Я теперь не смогу спокойно писать комментарии себе. Ладно, так вот. На самом деле я играю в косынку. На самом деле не косынка, это три пика. Кстати, крутейшая из игр здесь.
Я уже чай успел выпить, пока прошлое видео снимал, так что я сейчас без чая сижу и немного грустно. Так как чай поддерживает мою жизнедеятельность, а я уже долго без чая сейчас нахожусь. Ну ничего, ничего, я переживу. Да блин. Я проиграю сейчас, да? Да. Отмените последний ход. Отмените все. Попытка номер два. Я реально хочу понять, в чем прикол был. Приколямбус. Тут логично вот так. Музыку реально на фоне я писал, тут я не вру. Я реально композицией занимаюсь, это в принципе наравне с биологией одна из моих основных, ну, занятий моих. Музыка там, все такое. То есть реально, вот то, что сейчас играет на фоне, это, ну, я сам писал своими руками. Правда, пока еще на гитаре не играл, ничего не играл этого, потому что, блин, это как бы, ну, немного не для этого. Это именно что фоновую музыку я себе сделал. Изначально она вообще создавалась кое-куда еще, но я не буду рассказывать историю, так как она не подошла, и вот. Да блин. Где я тут ошибся? Тут очевидно, что так. Вот так, наверное. Так. Что за фигня, блин? Обидно. Ладно, давайте. Я почему-то до этого много-много раз выиграл, потом перестал выигрывать в три пика. Я не знаю, в чем проблема. Но вот такая вот хрень произошла. Жесткая. Когда-нибудь реально я хочу с веб-камеры снимать, потому что это веселее, но я не могу. То есть у меня ее нет, но я типа вот с этой, которая на компьютере, на ноутбуке. Потом у меня будет терабайтник, я смогу нормально хранить у себя в памяти всего там. Да. Может сюда, может сюда. Ладно, давайте вот так. Угу, все правильно сделал. Валет, король. Мне кажется, я сейчас какую-то фигню сотворил и неправильно сделал. Я же говорил. Да. Так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так. Вот это уже, ну, я же говорил. Я думаю, какой-то сделал там. Валет или 9. Вот. Все готово. Тебе дох.
Тибидо, тибидо, тибидо. А если вот так сделать сейчас? Что то фигня, что это? Что это фигня? 5. Дама. Нет, нелогично. Типа вот. Не, мне кажется, что-то не так сделал. Вот дама валет 10. И сейчас, скорее всего, победа, но это не факт. Вот, да. Второе поле прошли, отлично. В этот раз видео порезви. Кстати, я поставил себе цель, если что. Кстати, карта у меня не та. Опа, забавка. Но у меня стояла вот это вроде. Да, у меня вроде это стояло. В конце, не помню. Возможно, у меня та, кстати, карта, но... Но я хочу поставить зелененькую, красивую. Вот такую вот. Да. О, блин, кстати, прикольно. Так, хорошо, давайте дальше. Так, если кто не в курсе, большая часть моих видео юмористическая. Я на полном серьезе. Конечно же, я не снимаю вот это вот все на полном серьезе. Ну, наверное. Это не факт. Я всегда оставляю вам почву для размышления. Возможно, прямо сейчас я вас обманываю, и я все это делаю на полном серьезе, и на самом деле не угораю при создании своих роликов. Кто знает? Да. Тот самый момент, когда сам с собой случайно устроил неловкое молчание. Кстати, мы сейчас, возможно, пройдем третье поле и получим очки. Прям жестко будет радостно. Серьезно? Такая фигня сейчас вышла. Давайте вот до сюда примем. 9-10 валет. Угу. Король. 3-2. 6, 5, 4, 5, 9. Возможно, вот так надо было, да. Да, я предполагаю, что да. Да. Итак, мы получаем супер. Да. Мы получаем еще 1500 и, кажется, 22 уровень. Да. Всего 3 уровня осталось для того, чтобы перейти на следующее звание. Я не знаю, успеем ли мы это за этот выпуск, если что. Возможно, запишу сразу же новый, если мы не успеем. Но это не факт. Вы особо не обнадеживайте себя. Туз. 3. Дама. Ну ладно, давай дама. Я же говорил, нужно дам. 8. Ну, тогда я это сделаю. Есть палет. 5. Король туз. 5. 3.
второй под минус. Да, тут все равно туда куда-то. Надо не короля вводить как-то. Понял. Вот так. Так. Да! Первые прошли. Все прекрасно. Фух. Так, надо понять, где. Вот так, 4. 4. 5, 4, а может 5, 6, да 6 надо, давайте вот так сделаем, ладно, все, давайте сделаем, как изначально хотели, 4, 5, 4, дама, два, три, так, хорошо, троечка, мне кажется, что-то не так сейчас, хотя, да, я уверен, что что-то не так, вот я же говорил. Я наложил уже под конец. Да, пошли много тузов. Наверное, надо было сделать вот так вот. Че, я не совсем понял, что я не так сделал на самом деле. Хуже получилось. Опа, наверное, вот так надо было сделать, да? Туз, король. Да, я понял. Да, вот так. Я вообще не понимаю, да это было нормально сейчас. Какая-то фигня выходит. Давайте вот это попробуем. Я не, так и не понял, что это такое. Это зачем осталось? Окей. Девять-десять. Валет.
лет. Дама валет. Три. Здесь все не продумано сейчас. То есть, если обычно там все заранее просчитывается, чтобы было можно сложить, тут может быть, что вообще нельзя никак сложить. Как, ну, насколько я понял. Поскольку написали случайная раздача, ничего не гарантирует. Того, что вы победите. Окей. Семь. Король туз. Два. Иди, только не говорите, что я сейчас проиграю. А, еще две раздачи. Блин. Понятно. Тут еще нет отмены. Ясно все. Понятно. Угу. Там всякие вот такие вот, да. Четверка, пятерка, четверка, тройка. Только семерка, восьмерка. Двойка, туз. Король, дама, валет. 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 Четыре, пять. Сейчас должно сработать. Да! Одно поле прошли, это кайфарик сейчас. Четыре, пять. Тут логично вот так делать. Ладно. Семь, восемь, девять, десять. Два. Так. Так. Так, хорошо. Нет. Ядрить, мадрить. Обидно. Ладно, последняя попытка. Наверное, на ней надо будет заканчивать уже. Я тупой. Во, вот это новый. Никто даже не догадывался наверняка. Три получаем вот здесь. Давайте так оставим. Шесть. Четыре. Пять. Я же говорил, что так надо. Пять, десять, шесть, семь, пять, четыре, три, серьезно? Опа, вау, сейчас было вообще жестко. Уже два поля. Скорее всего, я сейчас проиграю уже. Угу.
Надо будет, кстати, нормальное название для мелодии на фоне придумать и ее опубликовать где-нибудь. Будет прикольно, наверное. Жестко сейчас было. Вау, три поля. И тут даже целая половина колоды, кажется, осталась. Нифигумбу сейчас, конечно. Ядрить. Выкосили прям жестко их. Наверное, надо туз использовать. Но мне кажется, да. А может, нет. Окей. Мы получаем 450. Да, не густо. Ладно, давайте последний раз попробуем. Ну, видимо, за сегодня мы уже не пройдем до следующего ранга. Значит, следующая часть выйдет, ну, наверное. Ай, все, стоп. Так, реклама закончилась, я уже забыл, о чем говорил, но, короче, следующую часть, наверное, надо будет ждать когда-нибудь. Вот когда-нибудь, возможно, она выйдет. Вот серьезно сейчас, без шуток. Так, хорошо, 9, 8, 5, 4... 7, 10, король, 5, 4. Так вот, 4, оу, так, хорошо, теперь, валет, дама, король, туз, 6, 7, 8, 9, дама, валет, валет, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 9, 10. Здесь что? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Идрить, это поле побыстрее проходится. Семь. Вау! Вот это сейчас шок был. Надеюсь, хотя бы следующий уровень мы поднимем сейчас. Не, фигня полная.
Что за фигня, блин? Tools. Все, можно заканчивать на этом. Ну, все, полчаса мы наиграли тут. Плюс еще минус 2 минуты рекламы. Так что все, пока, всем пока, до свидания. Хорошего дня, вечера, ну или что у вас там. It's Wednesday, my dudes.